Его разобрать тоже несложно. Специально такой тонкую железяку можно взять, или ключ, или что-нибудь, или твердый ножик. Его крутить, открутить надо против часовой стрелки. Вытаскиваем, там пружина, пружину вытаскиваем, и вот эту часть толкаем внутрь, и все, он выпадает, и все. Собираем, то же самое отсюда ставим и закручиваем. Пружину ставим, закручиваем. Вот этот кран состоит из вот таких частей. Вот этот, и вот пружина, и сзади крышка. Еще, который регулирует. Вот такая вещь тоже есть. Здесь в чем проблема была? Если не открыл бы такие, не заметил бы, так и осталась бы нехватка газа. Вот, сейчас здесь я его открутил. Вот эта часть полностью забита была смазкой. Вот эта смазкой. Это не только, еще где-то я выкинул, наверное, весь. Еще больше, чем это тоже было. Заполненное полностью. Там чуть-чуть места оставалось для прохода, чтобы газ проходить. Сейчас я его очистил. Это тоже сверху почищу еще раз. Вот тряпочкой закрыл его, сквозным сделал. Чтобы газ не выходило, то газ выходит здесь. Только надо основной кран закрывать. Поэтому сквозную тряпку поставил, газ закрыл. И сейчас полностью его почищу. Заново новой смазкой его смажу. Литол, таким литолом смажу его полностью и поставлю на свое место. Вот если заметно, я тонкий слой нанес литол. Сейчас одной рукой чуть тяжело, но я вам покажу. Вот эту тряпку я вытащу сейчас. Закрыли. Вот закрытое положение. Сейчас мы поставим туда пружину еще. Еще немножко литол загоним. На всякий случай. Как говорится, масло, кашу маслом не испортишь, но здесь, когда чересчур много, если чересчур много, тоже плохо. Он этот внутрь заходит и закрывает проход газа. Вот немножко загнали, это для пружины, чтобы не заржавел он у нас и работал безотказно, а то я его открутить не мог, это все высохло там, который вот он держится здесь. И вот сюда тоже немножко загнали солидол. И сейчас закрутим его. Чуть-чуть скользит, поэтому тяжело. Пружина еще толкает. Все. Сейчас возьмем ключик и закрутим его. Так. Полностью закрутили. Сейчас проверим, он работает у нас или нет. Так, вот как по маслу. И кран работает. И сейчас газа тоже больше получу, чем тот раз. Отремонтировали кран. Главный кран
газовой трубы.